Какой у тебя, дедушка Мороз? Так, про корм написал? Блин, Джонни! Да мы же за год с тобой ничего хорошего не сделали! А вдруг Дед Мороз там подарки не принесет? Да, я уже думал над этим. Есть у меня эта идея, но боюсь, она тебе не понравится. Не понравится? Ты же знаешь, что некоторые собаки живут хуже, чем мы. У них нет ни дома, ни семьи, ни еды. Поэтому я решил, что мы сделаем доброе дело и подарим им наш корм. Корм? Ты что, с ума сошел? Подожди, дай я тебе все объясню. Не надо мне ничего объяснять! Я не отдам свой любимый корм! Кушать, это любимое время дня! Я не могу пойти на такие жертвы! Соберись, тряпка! Одно хорошее дело, и Дед Мороз тебе принесет 20 пачек корма. Сколько? Ладно, говори, куда нести. Нет времени объяснять. Нас внизу уже такси ждет. Давай вещи. Только поаккуратнее с пакетом. Это мой любимый корм. Так, кажется, приехали. Давай оставим корм здесь. Это мне страшно заходить. Надеюсь, мы сделали хорошее дело. Поехали домой. Оскар, ты молодец, что не пожалел свой любимый корм. Иди дописывай письмо, Дед Мороз. Джонни, а что мы родителям-то скажем? Они подумают, что мы все сами съели. Блин, точно. Я об этом даже не подумал. Надо срочно проверить, остались ли деньги в копилке. 15, 16. Джонни, нам этого точно не хватит. Блин, родители нас за это убьют. Ой, что это? Так. Джонни, тут сообщение от помощника Санты. Он дарит там скидку на наш любимый корм. Вот это чудо! Скорее заказывай.